это все наше производство, да? Это то, что лежит. Это наш производитель? Да. То есть вот мы... На каждой школе мы готовим, школа это уже формируется, например, на таком складе мы набор покажем. А набор вы формируете или они сами? А набор формировать будет школа, заведующий производство. На этом складе. Мечта, мечта нашего детства. Да. Это склад бакалеи. Здесь формируется часть набора, который состоит из масла, из сгущенки и сока. Вот окончательный вариант. В случае продления каникул и продолжения дистанционного обучения надо предусмотреть, чтобы следующие недели, допустим, были куриные или индейка котлеты. Понятно, макароны там основное это менять не будем, а котлеты надо посмотреть, чтобы вы могли неделю индюшка, неделю курица, соответственно, и выход будет больше продукции. Хорошо. Ну и пожелания у родителей, кроме шоколадок, сникерсов, что мы можем, как можем разнообразить это меню. Посмотрите, хорошо? Хорошо. Мы приняли решение в период самоизоляции. Что касаемо наших школьников, кроме того, что мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать после каникул обучение дистанционное, у нас есть категория льготников, наших детей, их 24 500, которые получали льготное питание, бесплатное питание за счет городского бюджета. Еще раз хочу повториться, их 24 500, наших учащихся, наших детей, и мы приняли решение в период того, времени, пока они находятся у себя в квартирах, мы организуем сухие пайки, чтобы в этот сложный период поддержать наши семьи, которые в этом нуждаются. Это порядка 123 тонн продукции. Вы увидели сегодня наименование. В случае продления этих каникул мы наименование будем менять, скорее всего, по котлетам. Ну и в целом хотелось бы получить обратную связь от родителей, какие-то пожелания. Думаем, это своевременная и важная поддержка наших многодетных семей, которые нуждаются в дополнительной помощи.